Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал Топшоп ТВ. У нас всегда только лучшие предложения и самые эффективные решения ваших домашних забот. Сегодня у нас приятный сюрприз для тех, кто любит готовить, но вечно занят, как, например, я. А также для тех, кто не любит готовить, но часто вынужден это делать, как, например, я. Это электрическая скороварка Синбо, решение многих кухонных проблем. Видите, вот здесь у меня большая чашка с аппетитным ароматным рисом с овощами. Как вы думаете, скольких усилий мне потребовалось, чтобы это все приготовить? А? Ну, мне обычно на это требуется 30-40 минут. 12 минут, и то не мне, а вот этой вот электроварке. А чтобы не быть голословным, прямо сейчас, прямо здесь я сделаю точно такой же. Все мы знаем, как трудно приготовить рис, ведь он должен быть рассыпчатым, мягким, но не разваренным. А уж рис с овощами замучаешься туда все время подливать воду или бульон. Смотри, что я сделаю. Я просто вот так вот закину сюда поочередно все ингредиенты. Но перед этим, конечно же, основа – это вода. Здесь есть специальный мерный стаканчик. Ровно 5 таких стаканчиков мы заливаем сюда, для того, чтобы мы могли после этого все остальные ингредиенты поместить. Итак, 4-й стакан у нас наполняется. 5-й. Ну и теперь, Анна, готовься. Готовься. Вот что? Теперь. Что я должна делать? Скажи что? Мне, пожалуйста. Ну вот, во-первых, конечно же, пошел туда рис. Пошел так, рис. Мне нравится то, что ты делаешь, я буду помогать. Так, а мне, хорошо. Смотри, как у меня получилось с кукурузой. Вот, сюда я, соответственно, помещаю еще фасоль. Тоже а ты знаешь, кладем. Несколько зубчиков чеснока, я думаю, не помешает. Ну, конечно, лук. Слушай, как быстро все идет. Теперь что посолить, поперчить, да. Специи и что еще там ну, осталось? Ну, и апофеоз всего этого дела. Немножко оливкового масла. Перемешаем все это. Ну и после этого, друзья мои, все слушай, очень слушай, мы просто. Вообще вот так вот все замесили, на самом да. деле. Ты уверен, что так можно? Так можно. Мы закрываем нашу крышку и, соответственно, включаем нашу скороварку в сеть. Итак, что здесь будет происходить? Просто рис будет готовиться на пару под низким давлением и получится таким очень ровным, очень вкусным. Причем электроварка сделает все сама. Я покажу, что всего лишь нажатие двух кнопок, друзья мои. Вот при помощи этой кнопки мы выставляем время. 12 минут нам будет достаточно, и потом нажатие на вот эту кнопку, все, просто-напросто запускает весь процесс. Ну ничего себе! Единственное, на что я обратила внимание сразу, это то, что она очень и очень большая. Да, но она одна заменит тебе все твои кастрюли, для нее плита не нужна. Помнишь, у наших мам были популярны такие вот старые скороварки? Слушай, было время, но потом они как-то исчезли. Исчезли, но они вернулись, только обновленные и усовершенствованные. Вот такая электроварка может не только варить, но и готовить на пару, но также тушить мясо или овощи. Просто включили ее в сеть, нажали пару кнопок, как я это сделал, и дальше идете заниматься своими делами. Она готовит сама. На самом деле эта электроварка состоит как бы из двух чаш. Итак, открываем и смотрим, что у нее внутри. Вот внутренняя чаша. Имеет многослойное строение и высочайшую теплопроводность. К тому же она непосредственно контактирует с пищей, так что покрыта специальным антипригарным покрытием. Герметичная крышка не пропустит воздух внутрь во время готовки и создаст давление пара. А вот этот клапан в конце готовки поможет вам избавиться от лишнего пара. Эта электроварка бесшумно, проста в использовании и безопасна. Но это даже не главное ее достоинство. Мне, например, важно, чтобы еда для моей семьи была не только вкусной, но и полезной. Так вот здесь она приготовится с помощью пара в собственном соку, с сохранением максимального количества витаминов. А мне нравится то, что я и моя жена не прикованы отныне к плите. Мы занимаемся своими делами, а электроварка занимается своими. Причем здесь еще есть удивительная функция – таймер, с помощью которого вы можете установить время начала работы. В этой электроварке уже заложены 5 программ для готовки различных продуктов и блюд. Вот они здесь все выложены. Это овощи, пловы, супы, мясо и бобовые. Причем только вслушайтесь, мясо для супа будет вариться не полтора часа, а 25 минут. Плов 12 минут, а тушеные овощи получится всего-то за 9. Электроварка сама сварит для вас выбранное блюдо, отключится и дальше довольно долго будет поддерживать его в подогретом состоянии. Мясо меньше, чем за полчаса. Это фантастика. Давай-ка прямо сейчас посмотрим, как она справится с курицей. Мне, как работающей женщине, и при этом жене и маме, важно высвободить для себя время. Знаешь, итак,
просто тебе скажу, просто закидывай все ингредиенты и можешь быть свободна. Ты знаешь, она на самом деле очень объемная, но вот 3 кусочка мяса, я думаю, она с этим тоже справится. Безусловно. Опять же, нужно добавить воды, с помощью мерного стаканчика это сделать просто, здесь надо немного воды, ну и, конечно, я добавлю сметаны. Несмотря на то, что диета это важно в рационе каждой женщины, тем не менее, я хочу, чтобы получилось мясо сочное. Лук. Ну и, конечно, лук, и, конечно, немного чеснока, пусть получится ароматно, сочно. Обязательно я добавлю каких-то специй. Вообще, на самом деле, приятно с ней работать. Туда просто все закидывается вот таким вот образом. Крышку я сейчас плотно закрываю. Посмотрите, как это делается, дорогие хозяюшки. Вы просто ее вставляете в пазы. Нужно в них попасть. Это несложно. Вот таким вот образом. Не надо, я справлюсь сама, и пусть все на это посмотрят. А дальше она просто вот таким вот образом у вас задвигается. Вот так встала на место. А дальше устанавливаем датчик пара в положении, чтобы точка смотрела на меня. Она должна смотреть именно на вас. Точка маленькая, но функционально она очень и очень важная. Это нужно для того, чтобы когда пар начал выходить из этого носика, вы ни в коем случае не обожглись. Поэтому еще раз, точка всегда смотрит на вас. И теперь, поскольку мы готовим мясо, мы и выбираем режим мяса. Вот посмотрите, здесь на таймере это нижний средний режим. Я нажимаю на кнопку. Сейчас будет задержка несколько секунд, и дальше вы увидите цифру 25 минут. В конце, когда электроварка просигнализирует о том, что все готово, вот таким легким движением приоткрываем колпачок, выпускаем лишний пар. Это важно. И открываем крышку. Секрет этой электроварки в том, что она закрывается герметически, и в ней при нагревании создается повышенное давление. Температура пара достигает 120 градусов. Продукты в скороварке не только молниеносно варятся, но и сохраняют при этом свои полезные свойства. Готовка происходит без доступа кислорода, так что продукты почти не теряют витамины и сохраняют все ароматы. А теперь, дорогие друзья, мы ненадолго попрощаемся, как раз чтобы наша электроварка закончила свою работу. Мы вернулись в студию как раз вовремя. Готова еще одна порция риса с овощами. Вот хочешь посмотреть? Конечно, хочу. Там будет все, как я тебе обещала. Рисинка к рисинке. И что, всего это за 12 минут? Все это за 12 минут. Так, я так понимаю, ты спускаешь пар для того, чтобы свободно снять крышку. Да, для совершенно того, чтобы... верно. Так, и как-то... Слушай, ну идеально все получилось. Вот совсем, вот совсем крышку. Безопасно, что очень важно. О, какая красота получилась. Да, а ну-ка, действительно. Я тебе предложу тарелку для того, чтобы ты мне дал немного риса. Я обязательно попробую. Пожалуйста, он, конечно, видишь, очень отличный рис. Слушай, ну получилось то, что надо. Он получился рассыпь. Мне хватит. Достаточно. Спасибо. Так, горячий. Но я немножечко подую, и я хочу снять вот эту вот самую пробу, чтобы... Ну, как тебе? Слушай, он вот такой вот насыщенный, он мягкий, рассыпчатый, но он совершенно не разварется. Всего за 12 минут, я еще раз повторяю. Я в полном восторге. Если обычно картофель варится 20-30 минут после того, как закипит вода, то в этой электроварке 4-10 минут, а мясо вместо 1 или 2,5 часа 25-30 минут. И при этом блюда получаются вкусными и хорошего качества. И не забудь про экономию не только времени, но и электричества и, конечно же, денег. Звоните уже сейчас и заказывайте электроварку Синбо. Быстро, надежно, качественно и без вашего участия она сварит суп, потушит овощи, мясо, сделает чудесный плов. Вам останется только сочинять рецепты. Если куча разнокалиберных кастрюль загромождает вашу плиту и захламляет вашу раковину, то одна электроварка заменит вам все эти кастрюли. А мыть ее проще простого. Внутреннюю чашу под краном, корпус влажной тряпочкой. Мы просто закрываем герметичную крышку, и когда вода в скороварке закипает, пар, не имея выхода, создает избыточное давление. В результате возрастает температура и сокращается время приготовления пищи. Кроме того, функция программирования помогает сэкономить время и сохранить в продуктах все питательные вещества и витамины. Ну, давай, наверное, посмотрим, что же получилось уже с твоей курицей, которую ты здесь готовила. Давай, слушай, ты как-то там стравливал пар, а ну-ка покажи еще раз, да, как ты делал. Да, это очень просто, просто берешь вот эту специальную ручку, немножко приподнимаешь, лишний пар уходит. Слушай, на под самом давлением. Деле, ты посмотри, здорово, а вот крышку все. Дай, крышку дай, я открою сама, да, я вижу, что это совершенно безопасно. Сама, абсолютно вот таким легко. Образом-то получилось. Но если я пробовала твой рис, давай тарелку, и я тебя угощу мясом. Ну, давай ты же мужчина, и получилось. Мясо, я думаю, в скороварке здесь получается отменное. Оно получается
вот такое вот сочное. Это посмотри, я еще добавила сметаны. О, ну-ка, как это тебе? Это просто шедевр кулинарного. А самое главное, ты представляешь, сколько бы нужно было времени, если его готовить просто так на сковородке. Но это где-то часа полтора-два. Ну что, ну что, по твоей мимике, по твоим жестам я понимаю, что тебе понравилось. Просто достаем и просто раскладываем на тарелочке. Готовилось все вместе, одновременно. И самое главное, быстро. Главное, это качественно использовать для здоровья. Все витамины сохранены и никакого холестерина. И вкусно! Звоните и заказывайте электроварку Синбоу. Наши операторы всегда помогут выбрать самый удобный для вас способ доставки. Товар приедет в любую точку России, либо с курьером, либо придет к вам по почте. Вы ничем не рискуете. Заказывай товар у нас. Оплата происходит только при получении покупки. Одна за всех. Варит, тушит и готовит на пару. Эта электроварка накормит всю вашу семью. И сэкономит вам время на общение с близкими.